Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против крупнейшего банка России Сбербанка. Об этом рассказал в эфире украинского Пятого канала ИО генпрокурора Олег Махницкий. По его словам, всего 14 российских банков, включая Сбербанк, подозреваются в финансировании террористических групп в восточных областях страны. Накануне служба безопасности Украины заявила, что некий российский банк в марте-апреле перевел 45 миллионов гривен, 2,7 миллиона евро по нынешнему курсу, в наличную форму для поддержки таких групп. Украинские филиалы Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка отвергли свою причастность к этому.